Здравствуйте, друзья! Спасибо, что вы заглянули на мою кухню. Сегодня мы с вами приготовим вкусное, нежное мясо с овощами. Это блюдо великолепно подходит для ужина. Оно легкое и вкусное. Мясо предварительно режу на кусочки и мариную. Маринад может быть любой по желанию. Я готовлю это блюдо порционно, но также можно сделать в одной общей форме. Овощи, входящие в состав этого рецепта, конечно, я предварительно помыла, почистила. У меня сегодня шампиньоны, помидоры, лук и болгарский перец. Конечно же, здесь подойдут любые овощи, какие нравятся. Все нужно нарезать и разложить по формочкам. У меня сегодня лук-шалот, но можно использовать любой лук. Если нет шампиньонов, можно их заменить на баклажаны или картофель. Также это блюдо я делаю с цветной капустой или капустой брокколи, кальраби. Получается тоже очень вкусно. Маринуя мясо, я его не солю, добавляю только специи, поэтому теперь присаливаю по вкусу и сбрызну маслом. У меня оливковое, можно взять любое масло по желанию. Мясо тоже можно брать любое по желанию. У меня сегодня свинина, которую я предварительно мариную. Режу на кусочки, добавляю пряности и яйцо. Затем все перемешиваю и оставляю в холодильнике в закрытой таре. Когда нужно, я достаю и готовлю. Вот такими получаются у меня наполненные формочки. Теперь я их отправлю в духовку. Температура 170-180 градусов. Готовятся они буквально полчаса. Яичный маринад делает мясо нежным и мягким. Конечно, можно их еще присыпать сыром и запекать под сыром, но я это делаю в конце, когда вытаскиваю горячее, посыпаю натертым пармезаном. Он тут же плавится. А сверху немного зелени тоже не помешает. Попробуйте приготовить такое нежное, вкусное, сочное мясо. Это мясо отлично подойдет к бокалу красного вина. Приготовьте, попробуйте. Буду рада, если вам понравится этот рецепт. Пишите впечатления о нем в комментариях и ставьте лайки. Пока-пока. Увидимся.